Вот если есть такая проблема, тут он кнопку девайс, там что-то CPI пишет. Вот я только что установил MDV моде. И вот пропала эта проблема. Уже нет онкнов девайс. А вот что нужно было сделать. MDV моде вот тут скачать. Скачал я. Вот тут такая папка есть. MDV. Вот этот файл скачал, потом вот такую папку распаковал, потом нажал на тот, где было нов девайс или как там, и выбрал каталог, где вот этот лейкин каталог, и он искал в этом все драйверы и нашел, вот видимо вот этот нашел, и теперь уже нормально все. Ничего больше не помогало. Никакие другие драйверы. Вот покажу, какая у меня операционная система. Windows 64 бита, 8 гигабайт RAM, AMD Phenom X2 5555, процессор 3,2 гигабайта.